Давай. А, точно, надо сесть. Так, ну-ка. А может быть за стенкой? Да, наверное, слушайте, лучше всего здесь пройти за стеночкой. Вот так вот. Осторожненько, блин. Можно вообще пробежать, в принципе-то, да, так, если подумать. Так, так, так. Ага, куда нам... А, смотрите-ка, нам нужно, я думаю, через... Через мост. Меню пройти нам не удастся незамеченным. На мой взгляд, поэтому стоит кинуть... А, те зомбари не должны, в принципе, Нет, еще рано, давайте-ка попробуем. Не, ну можно попробовать пройти, но не хотелось бы рисковать, да? Давайте вот сюда спрячемся. Хотя, слушайте, ну-ка давайте посмотрим. Нам должны показать, мне кажется, глаз, я надеюсь, если что. Так, давайте так. Чуть-чуть-чуть-чуть. Вот, блин. Ладно, придется валить. Да, не получилось. Ну ладно, теперь будем знать. Быстрее, быстрее только. Скриптовано, это уже круто. Эй-эй-эй! Ну все ясно, мы даже если бы мы и не успели, все равно. Фига у нас Рэмбо. Давай. Эй, патрон не трать. Зомбарь упал. Эх. Придется, походу, назад идти. Ладно, профиль сохранен. Эпизод второй пройден. Это круто. Сохранить, естественно. И давайте сохраним на вот сюда. Да, перезапишем, пожалуй. Эй, мы что, уже целый час играем? А, нет, это в сумме, наверное. А, ну, в принципе, мы сохранили. И следующий эпизод. Не забывайте сохраняться. Ох, не люблю я такие моменты, когда ты забудешь сохраниться. И так это фигово все заново проходить. Поэтому были бы такие и автосохранения, и обычные сохранения. Сейчас тот выплывет, спорим. Хотя могу ошибаться. Эх, давай, лази. Так. Ну что же. Блин, мне название не нравится этой главы. Опа. Так, но зато нас радует. У нас есть шприц. Поэтому, если мы нажмем Tab, мы увидим... Ух ты! Вы посмотрите-ка, двуствольный дробовик. А это что такое? Аптечка. Слушайте, как шикарно. Так. Ну чё? Ну там у нас кое-что интересненькое есть. Так, очень круто. Уже... Чё там было написано? 7000 или 1700? Что-то я не увидел. Так, вот здесь у нас есть... Пуль. Патрончики. А, нам наверх. В чем прикол? А где кто-то? Я не вижу. Чё? Кто меня заметил? А, слушайте. Мы, наверное, это... А, все. Мы, наверное, вот это и есть тот замок или нет? Спичечки. Так. О.
Так. Что тут еще поджечь можно? А это что такое? Блин, я думал, это ловушка. Ой. Давайте. Сожгем, давайте тоже. Только нахрена, подождите-ка. Нахрена мы это делаем? Я так и не въехал немного. О, нам тут рады. Смотрите-ка. Так, ну-ка. Так. Так, нам сюда. Эй, кто тут есть? Надеюсь, никого. Так вот. Блин, завалило, походу. Shit. Контрольная точка. Уже радует. Не, точно тот, наверное, вход, который... Мы просто вниз упали, там проплыли мальца. Так. Итак, нам нужно... Давайте сюда зайдем. Ой-ой-ой, мне чё очень не нравится. Так, ну у нас здесь есть микстурка. А, у нас уже 7000? А, почему так много? Видать, мы что-то сорвали куш какой-то. Не, мне кажется, я здесь ничего особенного такого не вижу, так что можем уходить в полный рост. Пока что. Так, и давайте пока осмотримся. Так, у нас... Ой, стоп, что-то подобрать можно было. Бутылка, да? Ну ладно. Вкус. Да, что ж такое-то? Что нам так рады? Блин, там второй этаж... Эй, стоп. Ясно. Так, это можно подобрать? О, смотрите-ка. Супер. Это получается вот так. Отлично. Очень круто. Так, и здесь у нас... Кроме бутылки вроде ничего, да? Туда, наверное, можно пройти. Да. Так. Вы можете прокрасить ими минт так, что они не сдетонируют. Блин, я, походу, слишком быстро подошел. Мне даже заскриптованного ничего не показалось. Поэтому давайте примем шприц. И пойдем дальше. Так, наверх. Эй, чё, бутылка. Ага. А вот здесь, смотрите, у нас растяжка. Элементарно. Сейчас мы... А, удерживать. Так. Ну, чё, у нас топор есть, нормально. Разберемся. Так. А тут что у нас? Спички, по-моему, да, или что это? Да. Ну да. Так, а что, просит тут открыть, что ли, или что? Who's there? No, don't shoot. I'm not one of them. I'm a doctor. Marcelo Jimenez. You were in the ambulance before a crash, right? Yes, we're lucky to be alive. Have you seen anyone else? My patient, Leslie. I saw him running up ahead, but... But? Come this way. Quietly, mind you. Погоди, чувак, сейчас я тут посмотрю, что тут есть. А тут, походу, ничего интересного нету, да? Если я не ошибаюсь. Так, да, ничего вроде. Так, куда идти-то?
Have a look for yourself. Those things chased me all the way into the village. Me too. They're all over the place. Leslie went through that gate. Good Lord. There are too many to shoot our way through. One of us could try to lure them away while the other gets the gate open. You're the one with the gun. If you say so. Ну хочешь, у тебя оружие, да. Так, а это не мне крутить, да? Ну ладно. Damn them both thing. There is a crank on the terrace. You'll need to operate it if I'm to pass through. Что это было сейчас? Да давай уже. А ты где, чувак? Я тебя что-то не вижу. Так. О, смотрите-ка. Раз. Так. Ну, нам, в принципе, вроде не нужно, да? Пока что прятаться. Поэтому... А может, и нужно будет... Да, нафиг. Так, то есть, получается, нам нужно красться, мне сказали, да? Или как-то можно ее обезвредить? Ну-ка, давайте-ка. А, да, можно. Так, управление информацией. Пробел. Остановить стрелку. Синий успех, красный неудача. Становится в синем зоне, ловушка выйдет безвредно. И вы сможете разобрать ее на детали. Ой. Как это получилось неудачно. Так, ну ладно. Пробел. Ну, бывает. Ладно. Давайте-ка сразу тогда примем, что у нас там есть. У нас есть... А, у нас даже шприц есть. Ну ладно, давайте примем его, раз уж так. О! Шикарно. Плюс 500. Так, и давайте еще раз попробуем. А, не, нам не надо. Так. Эй, почему, почему? Ага, ну типа монстряга может тоже какой-то взорваться, когда пойдет. Эй! Почему? Блин! Нажимать нужно было, ёб твою, а. Блин, как-то так получилось. Фигово, в общем, давайте. Шикарно. О, ну все, глюки. А чё такое за глюки-то? Это скриптованный или это из-за того, что я аптечку принял? Так, ладно, не будем больше эти мины, я не хочу с ними связываться. Только здоровье тратим. Так, ну что, что у нас здесь есть? Блин, к сожалению, открыто. О, шикарно, сейчас прокачаемся. Так, а у нас здесь, смотрите, что-то есть интересное, вот. Моя напарница Майра Хэнсон. Просто огонь. Упорный, серьезно. Такие женщины мне нравятся, но с ней шутки плохо. Сегодня она едва села, как я, палюсь на... пялюсь на задницу. Так, все ясно. Так, а у нас здесь... Ага, ну давайте переместимся. Посмотрим. Да ладно тебе. Радуйся, что твоя голова. Так. Открываем. Только что-то как-то он медленно. Меня это раздражает. Говорю я еще раз.
И... О, привет, рад тебя видеть. Так. Здесь мы должны пройти, посмотреть, что у нас за умение. Нам уже намекают, видите? И сразу сейчас качнемся. Итак, что мы имеем? У нас есть... Ух ты, как дорога-то. Чё-то... А, чё-то всё так подорожало-то. А, оно и было такое, все, я понял. А, шприцы становятся больше здоровья. Так, увеличить запас силы позволяет вам бежать. Так, увеличить максимальный уровень здоровья. 2000. Так, по оружиям у нас что есть? Повышает огневую мощь. Скорострел. Так, на перезарядку. Увеличивает шанс убить противника выстрелом в голову. Обязательно потом будем качать. Так, и что у нас увеличивает максимальный... Так, значит, пистолет. Гранаты. Увеличивает максимальный... Количество шприцов и спичек. Значит, смотрите, что мы сейчас качнем. Мы качнем вот это. Так, уверенный, что... Так, эта штука увеличит максимальный уровень здоровья. Да. Отлично. Мы даже еще можем качнуть. Но мы, пожалуй, возьмем вот это. Уровень один из трех. Что такое один из трех? А, всего три максимум можем брать с собой или что? Ладно, давайте тогда другое что-нибудь. Увеличивает максимальный уровень здоровья. Скорее, на пятом. То есть мы сможем быстрее бежать. Это 3000. Так. Больше здоровья. 5000. Смотрите, ну что лучше, прокачать здоровье или шприцы? Мне кажется, здоровье. Хотя... Максимальное время ускорения 3 секунды. Плюс 1 секунду всего дадут, да, вы гоните. Плюс 20%, а здесь пишут патроны. Плюс 5, плюс 1. Максимальное. А скорость что у нас там? В рукопашном бою. Максимальный уровень здоровья. Плюс 10. Ага. Так, время перезарядки. А, мало, мало, мало. Точность. Ну, это мы не пользуемся пока. Ну, давайте самое дешевое, что у нас тут есть. На перезарядку. Так. Блин, что качнуть, подскажите. Сил позволит вам... Дольше бежать с ускорением. Так, ну что, будем ускорение. Либо здоровушку. Здоровушку. 5000. И плюс 1 секунду. Шприцы восстанавливают больше здоровья, да? Так. Ну, давайте-ка... Пожалуй, возьмем. Увеличивает. Давайте вот это возьмем. Смотрите, потом плюс 5 нам дадут еще, да? Ну и, пожалуй, все-таки можно качнуть здоровье. Да, все, теперь можно уходить. Смотрите, сколько... что так мало-то, блин? Так, пистолет, что у нас тут? 6 из 6. Ну, я надеюсь, мы потом еще сможем, типа, подобрать патроны. Ладно, все равно все прокачивать придется со временем. А, нельзя, да? Ладно, давай тогда валим. Пожалуй... Давайте сохранимся, конечно же. Как же не сохраниться-то? Так. Давайте вот это сохраним. Перезаписать. Да, принимаем. Перезаписать.